Создание города-спутника Владивостока и его влияние обсудили на совещании губернатор Олег Кожемяка, зампредседателя правительства Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и руководители крупнейших профильных ведомств и предприятий региона. Развитие Приморского края – это развитие всего в целом Дальнего Востока. Юрий Петрович в своем выступлении сказал, что это, наверное, за 30 лет впервые построен будет город. Эти решения, может быть, кто-то сомневался, думал, что это какие-то проекты надуманные. Это уже вышло решением президента, решением председателя правительства. Поэтому все будут работать над созданием именно этого нового города здесь у нас, который даст вообще и возможность проявить новые строительные технологии, и возможность людям жить в новых комфортных условиях. Город-миллионник планируют построить на территории Надеждинского муниципального округа, который активно развивают. Мы со своей стороны уже сейчас работаем по этому направлению. Вы знаете, что ДНС-сеть активно ведет строительство в этом районе Надеждинском. Вот, первый небольшой микрорайон сдан, сейчас идет строительство второго. Наша задача профинансировать строительство социальных объектов. И кроме того, у нас сейчас идет проектирование крупных медицинских центров, о которых сказал Юрий Петрович. Это краевой детский больницы, краевой взрослой больницы. Там уже сейчас строится стационар. Вот, и, безусловно, это даст возможность более комфортного, скажем, для условий создания комфортных условий для жизни. Спутник Владивостока будет первым подобным проектом в новейшей истории, и работа по его возведению должна быть планомерной. Сегодня более всего говорили о взаимодействии всех участников процесса. Это прежде всего Министерство по развитию Дальнего Востока, корпорация развития, город и область, инвесторы. Вот все это надо связать в единый такой управляющий орган, который будет синхронизировать строительство, чтобы все происходило вовремя. Вовремя строились улицы, социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура, обустраивалась территория, чтобы не получалось так, что что-то выбивается вперед, замораживаются деньги, потом строим что-то другое. Город реализуется на территории опережающего развития, то есть и в силу законодательства о территориях опережающего развития по определению министерства выступает интегратором всех процессов, а это сложный интеграционный процесс, где должны быть вовремя и опережающим образом созданы дороги, подведено электричество, газоснабжение, вода, сделано водоотведение. Вот для того, чтобы интегрировать всю эту работу, мы по поручению Юрия Петровича Трутнева создадим проектный офис, куда пригласим все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, чтобы ничего не забыть. Напомним, планы по строительству города-спутника впервые были озвучены на 6-м Восточном экономическом форуме. Проект по его созданию включен в перечень стратегических инициатив правительства России. Диана Иванова, новости на 8-м.